Всем-всем-всем привет, с вами Аид, Хелт и Ял. Всем привет, ребята. Такие вместе, в один голос. Несогласованно немножко, ну ладно. А сейчас мы будем играть в Bed Wars на сервере Цитоксен. Да, именно так кровать у нас тут. Это, кстати, карта Sky Just, или как там? Sky Dust. Да, Sky Dust, я еще такой думаю, блин. Sky Just, просто небо. Sky Just, да. А почему? Где? Только этот тут есть, да? Я тут немножко материалов набрал. Нет, там еще на краешке есть железо. Ты врешь? Я не вру, серьезно. Я не вижу. По диагонали на краешке бежишь, там железо. Блин, красивая карта. А, понял, вижу все. Так, я вижу, тут АИД построился, окей. Идет дальше. Я, если что, сзади с блоками. Ну, у меня еще 30. Я тут нужно выше строиться, чуть не забыл. Там же на дереве все ресурсы. Да. Так, идите, берите тогда все, я куплю вещи классные. Хотя тут что? Наш парень потерял, подстраивается. Ага, блоков. Все. Так, ну он пошел дальше строить. Ну, он вверх, да, строится? Сейчас ровно. Так, уйди! Надо через верх. Убийцы вы, что ли, там, что там делаете? А ты начинай второй путь через верх, так даже круче будет. Вот. Че за? Ну, главное залезть на это дерево, потому что на дереве именно ресурсы. Так, ну вот он только сейчас начал чуть выше строиться, ну вот он вроде потом ломаешь лесенки, и все хорошо. Так, тут уже кто-то есть на центре. Какая-то девчонка сейчас ее скинула. Уже на дереве кто-то есть? Да, тут уже пришли синие. Купил еды, сейчас прибегу к тебе тогда, Ял, и как раз я одетый. Давайте быстрее, я тут лутаю золото. Окей, значит, тут бежит еще наш зеленый, кстати, да. Странно то, что я его сейчас только что увидел. А, он красный. Давайте пытается вот так сделаем, строиться. Чтобы нормально все было. Тут блоки, парни, раскидываются блоками. Что за... Так, ребята. Зеленый бежит на нашу базу. Оу, уже бежит. Это наш. Это наш. Мы же зеленые. А, да? Ну ладно. Но все-таки он бежит, что? Я просто сказал. Да, он просто сообщил нам, что возвращается на базу. Нормально, по сути, что? Да, прикольно, что зеленый бежит. Прикольно, что здесь железо прям... перед... строишься на золото, и тут такой раз железо, о. О, тут красный как раз. Я только что отошел, а тут бац, и красный уже. Ладно, чувак, тогда погибай. Влетать вот так. Пошел. Мне бы еды. Он упал, но он как бы... За него много материалов дадут, так что... Все, я начинаю убивать. Так, я оделся, возьму, наверное, меч. А вы сломали лесенки? Лесенки? Нет. Или там на дерево, в центре дерева, есть лесенки. Я ничего не ломал. Я тоже ничего не ломал. Именно по ним добираются все остальные игроки. Хотя все хитрые, смотри. Да, все через верх, зашли. Блин, да что поэтому такое? Никто ничего не ломал. Уже все пришли. А я думаю, может пойдем кого сломаем, ребят? Как думаете? Да можно. Давайте тогда пойдем, может можно быть, на... Можно и сломать. На кого? Давайте на синих, ребят, потому что у них кровать не застроена, и к тому же у них всего 3 человека. Так, синие справа, хотя, да? Тут у всех 3 человека. Красный бежит. Так, бежит, ну я уже на центре. Гениально, да, гениально. Ой! Я пришел, что если такое? Что, могу смотри, помогать. Смотри, мы здесь задезинтировались. Синие просто падают. Дождь из синих. Где они? А, да, вижу. Они идут, тут падают. Серьезно, как-то играют. Ну, там давайте. Внизу кто-то бегает, они через низ не смогут к нам прибежать? Нет, тут же застроено. Красный пытается достроиться. Ой, парень полетел, жалко. Красный. Так, сейчас я его... Куда тут синий месяц. Ох ты, ё-моё. Так, красный наверх зашел. Я понял. Он с палочкой еще. Аккуратно там. Нет, мне нужно где-то, ребятки. О, тут это, блоки, отлично. Вот это круто. О, тут кто-то блоки разбрасывал, и мне прям в плюс. Офигенно, сейчас тогда заберусь к вам. Так, иду наверх. Я на самом верху, на центре. Ну все. А у меня, кстати, 600 материалов. Хочу что-нибудь купить себе. Пойду сейчас быстренько сбегаю. Так, я, наверное... Я вижу синие что-то вообще не застроенные какие-то. Они очень простые, по-моему. Ну-ка. Давайте, кто там бьет синего? Это я бью синего. Давай, выбрасывай его, я сейчас побегу просто. Это девочка. О, нифига себе. Слушай, чуть не убила меня, ты представляешь? Так, я строюсь через верх к синим. Ну как строюсь, просто подстраиваюсь. У нас застроена кровать? У нас застроена, да. А, отлично. Мы же зеленые, да, бегу к зеленым. Не хватит блоков. Замечательно. Не хватит блоков, сейчас я быстренько прибегу, у меня к тому же этот материал в куче. Я на самом верху, если что. То есть на центре, да? А, во, вижу тебя, ты строишься. О, да. Все, сейчас быстро, сейчас прибегу. Давай. У них кровать не застроена, кстати. Так, я себе купил тот же... А, окей. Ладно. Куплю топовые шмотки.
Аид так затих, видимо, он там уже готовит какой-то план. Коварный план. Уничтожению всех одним кликом. Где Слава? Такие планы всегда в моей голове. Ну, я сейчас над красными, да? Угу. Над их кроватью прямо. Один в один. И тут два красных меня уже поджидают. Так. О, цветочек, цветочек. Все выкинул. Цветочек отдайте. Это выкидываем. И 100 материалов. Ну, не так уж много, ладно. Но все равно спасибо. Так. Так, я могу... Что я могу? Может, в паутину не попал. Я думал, в паутину спрыгну сейчас. Ты что, сломать хотел? Да, хотел, почему нет? Я тоже сейчас пойду. Я пойду сейчас к Ялу, у меня, кстати, 3 стака блоков. Да, давай, погнали, давай, потому что синий. Одного. Ой, лоу. Воу, чё? Воу. Сзади тебя там, по-моему, воу, у меня пол сердца, я упал. Офигеть, как я выжил. Да, какая-то девчонка. Ну смотри, я там уже достроил до... Это синее, да? До синих вроде. На красных легко напасть, у них путь есть воздушный, прямо на их кровать. Так, погнали. Пойдем, ну, они слева. Окей, я беру кирочку сразу. Я взял, короче, кирку и, наверное, изи. Блоки. Блоки, блоки. Да что такое? Блоки, ну что такое? Да там эта девочка бежит. Девочка все, бежит. Вот здесь смотри, здесь вот такой вот выход. Да уж, странно. Удобный. И вот смотри, из лука красного надо тебе добить. Поднимаемся быстрее. Опа. Да, я вас вижу, ребят. Угу, давай, давай, Саша, он, давай из лука его. Опа. В репу, нате. А, давай, он ушел. Да, сейчас ушел, он здесь стоит. Так, давай. Вижу двоих. Хорошо, и сейчас прямо отсюда. Ой, блин, стрелы закончились. Бегу. Стрелы закончились. Ну смотри, он сидит здесь, а нам нужно выше. Так. Только там дыра, аккуратно, там дыра. Да, видел. Жди. Так. Отстраиваемся. И, кстати, ну, это, мне кажется, уже победа, на самом деле. Да, сейчас нам кровать сломают, как обычно, подожди. И все. О, ой, тут это, тут этот. Он идет, вот он, вот он. Боже. Ребят, го сломаем кровать, и все. Го. Хорош. Прекрасно. А это ты, что ли, сломал? Я, да. А, коварно, да, я думал, это не ты, ну ладно. Так, и думал, это... Я думал, это вообще не красный, то есть мы... Я думал, это не их кровать сломали. Так мы сейчас все здесь. На нашей базе никого. Да, кстати, надо вернуться, потому что... Сейчас, видимо, кто-то придет. О, 50 стрел, вот это офигенно. Сломает. А, вон, то есть верняка. Водичка, отлично, есть водичка, сейчас я в нее прыгну. Так, тогда побежали... Ну, вообще-то можно пойти на синих, ребят, как думаете? Там кто-то уже бежит, красный бегут на нашу быстрее! Базу. Возвращаемся. Так. А, он еще и путь ломает, ты представляешь? А, я не могу быстро бежать. Я тоже не могу. Голод. Так, и мне кажется, нас сейчас сломают. О, нет. Да ладно, мы вон вдвоем здесь. Ну и нормально. Возвращаюсь. Сейчас мы через центр. Мы затпхались, поэтому мы защищаем. Айс. Опа. Ух ты, сколько здесь железа. Не, наш зеленый хорошо играет, просто превосходно. А, в смысле, он убил его, да, типа? Не, он его не убил, но он... А что там те синие? Его. Они до сих пор не застроили кровать? Синие? Возможно, нет. Так, кстати, ладно. Тут вот кто-то есть вот туда, здесь вот? Или нет? Стоп, его скинули? На нашей базе до сих пор кто-то есть, красный это да. Так, зеленый, отлично, мы здесь, на центре. Так, я сзади. Ага, сзади. Вон, то синие, стоп. То синие, я понял. Вот, смотри, пошли через верх к синим. Через верх? А, сейчас подожди, у меня 500 материалов, я бы что-то купил. Боже, вы видели базу желтых? Нет. У них форт. Форт, отлично, будет весело его захватывать. Люблю захватывать форты. Это так. Кто? А, это красный! Лол, а чё он там стоит? Нормально пристроился, стоит там аккуратненько. А, так. Ну так вот. А, это он. Нормально он там такой... пристроился, что окей, постоит. Он бежит в сторону центра. Ребята! Ой, пол хп, нет, пожалуйста. Я убегаю, ребята. Еще синие стреляют, что они такие наглые? Так, я надеюсь, так, сзади меня его нету. Да, его нет сзади меня, и я буду сейчас просто ждать момента. Момент. Так, возвращаюсь туда, где был. А где красный, ребят, вы ослили, нет? Я не один знаю, остался. Я не видел. Я так засейвился, круто. Просто. Внизу еще один синий. Ой-ой-ой, два хп, ребята. Синий, да, я вижу сейчас. Попытаюсь помочь тебе. Убегай. Я убегаю, да, именно. Она бежит с палочкой за тобой. Сейчас я десантируюсь на нее. Так, ребят, десантируюсь! Помогать Хелду! Все, я ее убил. Вот это да, вот это было жестко. Я твой спаситель, все. Спасибо от души просто.
Так, я думаю, то, что нужно все-таки уже идти на кого-нибудь. Ну, подать, это ты, да. Да-да-да. Так, ну смотри, это синий. Видишь, которым я строился сверху? Блин. Это синий, да? Да-да-да. Их давненько уже надо было сломать. Потому что там такой... Ох, нифига себе, вот это он меткач. Да-да-да, он, кстати, у него какой-то сильный лук вроде. Да-да-да, он последний уровень. Где-то красный сидит, где же он сидит здесь? Так, я попал отлично в чувака. Кто-то смылся. Смылся куда-то, да, именно. Ой-ой, попал, отлично. А, тут где-то еще девочка сидит, я не знаю, где она находится сейчас. Где-то сидит вот. Тут вот. Так, я возвращаюсь. Тут. Нужно красного добить, и он спрятался. Опа, она! Блин, вот это жестко было. Капец. Еще себе, оказывается, на этой карте есть летающие факела. Что? Ну да, тут факела в воздухе прям висят. Странно. Даже чересчур. Я пошел на базу, ребят. У меня 888 материалов. Прикольно. Хорош. Так, а красный, может быть, он вернулся на свою базу или где красный? Да-да-да, он здесь. Так. Я пока что буду на нашей базе, ребят, так что... Идите что-нибудь делать, не знаю, там. Куплю. О, все. Красных убили, отлично. Ну, это, видимо, АИП. Но мы с этим парнем, он серьезно помогает. Так, о, Ender Pearl. Давайте я Ender Pearl куплю. А мне этот парень купил, вот так вот. Так, о, я так сейчас... давайте залетим. Ял, ты полутайся, идем вместе все залетим. На базу к желтым. А я уже... Может, давайте синих? Ну ладно, синих, хорошо. Я купил две зельки. Я сейчас буду подстраиваться к синим еще. Стоп, почему синий ломает наш путь? Мечом причем, у него кирки нет, он мечом ломает. Что за... Бред какой-то. Ладно, я бегу к нему. О, Ял, ты что там строишься, да? Да-да-да, через верх. У кого есть кирка? Давайте за мной. Потому что у меня есть кирка. А у меня нет кирки, как всегда. Они не видят этот путь вообще. Никто не видит, смотрите. А кто тут синий стоит, отстреливает всех. Так он сверху-то вроде не видит никто, так что... О, синий сломали, отлично. Все, это наш, да? Это... Стоп, серьезно? Он там всех разматывает. Пока мы тут... Так, привет! Окей, да, это я пришел, у меня есть зельки, хотел еще тэпнуться, ну ладно. А я сначала тоже тебя не видел, и думаю, а где же ты? Да я затягиваю. Дропер! Ну я хотел круто спрыгнуть в воду. Знаешь, как на дропере. Такой промазал. У тебя не получилось, походу. Кстати, кто там еще? Слава. Желтый, у них желтый. Да, у меня есть эндерперл. Так погнали, залетим. Пойдем. Окей, я сейчас наберу еще материалов. У меня так. Тоже сейчас будет эндерперл. Давай тогда погнали, иди на центр, вместе все залетим. Я думаю, это будет неплохо. Так, сейчас покупаю. О, Слава уже побежал, сейчас походу это будет. Ну ладно, я тогда тоже побежал. Нет, сейчас меня убьют. Убили, ну ладно, они кончены. Что? Я у них проверил всю обстановку, да, они сразу были готовы. Я не думаю, то что они... Ну хоть кто-то здесь готов. Ну там легко. У них кровать толком не застроена. Я убил. Всех убил? Нет, только двоих. Ой, одного. Фу, одного. Так, погнали. А, ты из лука, да, стреляешь? Да, из лука. У меня лук, по-моему, третьего... Нет, первого. По-моему, третьего. Он не зачарованный такой, да, обычный? Нет. Это третий уровень. А первый, он почти просто сломанный, там, на один выстрел. Да? Да, первый уровень лука. Так, возможно, желтые, да. У нас цель желтая теперь, да? Да, цель желтая. У меня есть эндерперл, 1400 материалов. Что? Хорош. Что за? Ладно, я побежал тогда к синим, ребят. Возьми там что-то, зельку себе какую-то или еще что-то. А у меня есть, понимаешь, у меня все есть. То есть у меня есть меч. А, куплю лук себе, классный. Но они крутые, у меня тоже все было, они меня навернули. Навернули? Так давайте что-нибудь куплю, вам всем куплю что-нибудь, давайте зельки куплю. Ой, я тут нашел много железа. Все. Некоторые команды не знают, что вот в том месте на диагонали там есть железо. Я, кстати, давно уже понял. Я сейчас 1000 там нашел. Так. Окей, сейчас вернусь. О, кстати, слушай, серьезно, я тоже пойду полутаюсь там. А кто? И... О, ну, 200, по сути, нормально. Че такое? А, это ты, Хелд. Да, на базе синих, да? Да, а ты думал, это синий? А я такой, смотрю, такой, что там бегает? Их же ноль уже. Ладно, куплю тогда всем зельки на силу, так что не закупайте их. У меня есть. Ну ладно, тогда нашему тиммейту кину. Ну, ему тем более надо, дам. Да. У меня просто много всего есть, тут никто не лутается. Да тут вообще везде никто не лутается, тут по сути
Вот, я сейчас на бронзе стою. Вся карта наша. Вся карта наша. Так, ребята, вы где? Я сейчас возвращаюсь на нашу базу, чтобы купить все что-то. И Ender Pearl покупай. Да, у меня есть он уже. Тогда купи зельку на регенерацию и на скорость. И, да. Кстати, тут на джампуст нету, да? Сколько тут материалов? На джампуст нету. Класс. Так, зелька. Зелька. Понятненько. Ладно. Ребята. Нужно уже добивать этих желтых, что-то они там сидят до сих пор. Да, нечего тянуть, я думаю. И, парни, давайте быстрее, где? Все, я возвращаюсь на центр. Один желтый просто упал. Да уж. Им только на базе сидеть. Если не сидишь на базе, падаешь вниз. Так, ну я почти на центре, все, я готов. Я тоже готов, я уже прям вообще совсем готов. Слава, ты где? Мы хотели с базы красных по боку на них простроиться, но они нас заметили. А, так у тебя же эндерперл есть. Вообще можно еще с самого верха строиться, тоже как вариант. У меня есть эндерперл, но я думал, наш парень будет строить, а я буду этим пользоваться. Вы понимаете, как это? Никак не попадают в них. Но он хочет наоборот. То есть они издалека в вас попадают? Нет, знаешь, я прям стоял, и серьезно, стрела летит прям в меня, вот прям чисто в меня. А. Хотя... А, в меня так попали, ничего себе. Угу. То есть у них расстояние... Не, я не умер, у меня ботинки были. Расстояние блоков 100, в меня прилетела стрела. Да вот, я тебе о том же говорю. Но он просто хорошо стреляет, я уверен. Или у него этот ресурс пак читерный. А, в смысле читерный? Где стрелы подсвечены. Чем материалов, отлично. Нифига. Понял, вспомнил, что это. На базу красных что-нибудь. Так, ребята, нужно залетать. Давайте залетать, а, парни. Сейчас будем залетать. А-а-а, залетать! Че, залетел вниз? Залетел я, ребята. В бездну. У него реально какой-то читерный лук. Давай тогда я уйдем на... А, так, нет, давайте лучше я пойду к вот вам, ребята. Да, в принципе, у меня уже все есть. Тут как бы материалы очень быстро выпадают. Главное не смотреть на стрелы, и они не будут в тебя попадать. Я все понял. Вот я в этот раз не смотрел. Вот серьезно, опять он меня попал, ребят. Понимаете, это невозможно. Ты упал? Нет, 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 не упал, че я. А это уже другой, тот-то в меня целится. Че я, бабочка, летать. Бегу к вам. Бабочка. Ну так. Чё, может, ты будешь строиться? Я не хочу строиться. Да уж. Иди, иди, иди. Ага, он мне блоки скинул, типа, если падает, то мне. Не, я так не хочу. Привет, я тут уже, так что... Отсюда мы можем докинуться, то есть... Слава, 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 Слава! Что-что? Есть эндерперлы? У меня есть. У меня есть. Зелька, зелька нужна? У меня тоже есть. А, ну, го хапай. Хапаем, хапаем. Я их отвлекаю на главном центральном пути. А, ну отлично! Все, я кинул эндерперл. Да, он же долетит. Оу-оу-оу, еще стрелы летят. На дерево попал. Я попал прям тут, рядом. Да, вы прям туда попали, все. Ай, ай, ай! Я их забаррикадирую. Блин, ребятки! Не сработала моя слайм-платформа, не знаю почему. Все, сломали, да? Да, их сломали. Опа! Баррикада! Опа! Ай! Еще последний! Последний! Все, выиграли! Опа! На этом все. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии внизу. С вами был Хелд, Аид и Ял. Да, всем спасибо, ребят. Всем удачи и всем пока. Всем пока, ребята.